друзья, никак не могу обойтись без, так сказать, последнего слова в 2017 году и без какого-то пожелания на 2018 год. Поэтому какие-то завершающие такие слова на 2017 год сегодня в моем коротком видео. Оставайтесь. На заднем плане у меня здесь 4K камин, правда, не настоящий, но греет душу, как настоящий. Елочка, известная по всем моим видео всех прошлых лет, а было их немало на моем канале. В этом году, в принципе, мы с вами отметили 5 лет. Что-то с моим голосом случилось. В этом августе 2017 года мы отметили 5 лет на канале. Что произошло за эти 5 лет, я рассказывать не буду и обсуждать. Было много разных перевоплощений, много разных идей. Что-то приживалось лучше, что-то менее удачно. Но в результате, в принципе, цель была одна. Чтобы человек, который зайдет на мой канал, как-то поднять настроение, может быть, мотивировать на какие-то действия. И я надеюсь, что так оно и срабатывало для кого-то из вас. Поэтому, если мы будем говорить про 2017 год, как завершение 2017 года на моем канале, я довольна проделанной работой. В принципе, все, что хотелось показать и донести до слушателя, зрителя, с моей стороны, я думаю, это получилось. Я не буду подводить какие-то большие итоги 2017 года, потому что для меня 2017 год, он был, как и любой мой год, но этот год был очень насыщен событиями, разными событиями. Я могу охарактеризовать этот год как год больших встреч. У меня было очень много встреч с друзьями, с родными. А в этом году был полет в Израиль долгожданный, которого я ждала целый год. В этом году я наконец-то пришла к своему призванию. Наверное, так я могу это подытожить, к своему делу. И для меня это, ну, как бы большое, с одной стороны, откровение. И как бы все так просто, но почему-то раньше мозги до этого не доходили. Все казалось просто, но, видимо, нужно было пройти тот путь, который я прошла до сегодняшнего дня, для того, чтобы понять, что есть истина для меня. Был этот год какие-то очень грустные моменты, было очень много веселых и душевных, теплых моментов. Но, в общем, конечно, год могу подытожить как очень положительный, в плане опыта, который я приобрела. Поэтому этот год я, конечно, могу сказать, что, наверное, лично для себя я очень повзрослела, очень много узнала то, о чем даже не думала, о чем не знала ранее. И все, что было, это был хороший опыт в моей жизни. Но это, в принципе, видео не обо мне. Это видео благодарность для вас. В этом году очень было много каких-то у меня всплесков на канале, но очень много людей преданных, которые со мной начинали этот канал, и которые продолжают смотреть, несмотря на то, что он очень много раз уже поменял свой контент. Конечно, единственное, что несменным на канале остается, это я. Так сказать, моя личность остается неизменной. Но вокруг меня было много разного контента. Я очень благодарна тем людям, которые остались со мной на протяжении всех этих 5 лет. И тех, кто присоединился совсем недавно, тех, кто присоединился несколько лет назад. В чем сказать большое спасибо? Потому что где-то, наверное, подсознательно все это делается для вас. Мне очень приятно, что уж там скрывать. Открывать свой комментарий, или, например, я только лишь поднимаю видео какое-то на канал, и я вижу, что идут положительные комментарии. Конечно, может быть, бы хотелось больше комментариев в общем, но и те, что есть, мои постоянные подписчики, меня очень радует видеть ваши приятные, вменяемые комментарии. Очень большой они мне дают эмоциональный, конечно, заряд, мотивацию на подготовление моих следующих видео. Одним словом, хочу вам сказать спасибо всем тем, кто на моем канале,
кто продолжает быть со мной, кто не отчаивается, не разочаровывается, не уходит, потому что, наверное, это и есть самое важное и классное в этом всем. Хочу напомнить вам еще раз, что этот канал создавался для души, для моей, чтобы я могла как-то выплескивать свои какие-то идеи. Для меня это какая-то креативная работа, для меня это, ну, наверное, какое-то действительно такое хобби, в котором я могу, в принципе, проявлять все. Я уже многим говорила, что мне нравится, в принципе, снимать, и мне нравится монтировать видео. Не всегда у меня получается хорошо излагать свои мысли и хорошо что-то доносить. С этим мне нужно, конечно, поработать. Но, в общем, я думаю, что будем продвигаться. Поэтому я хочу вам сказать большое спасибо, что вы со мной все эти годы. Спасибо, что вы оставались в этом году со мной. И на все события, которые у меня происходили, не всегда все это было на камере, но в основной массе вы со мной. Прошла также великолепная встреча в Израиле, ребят, с ребятами. Это тоже было очень классно. Спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, кому-то смогла чем-то помочь. И надеюсь, что все, кто были на встрече, увидимся с вами в Канаде. Надеюсь на встречи, продолжение встреч с подписчиками в Канаде. Я надеюсь на то, что мы, может быть, даже сможем что-то здесь организовать у нас в Канаде, какой-нибудь пикничок или что-то такое. И пусть весь все хорошее, что было в прошлом году, останется в нашей памяти, как приятное воспоминание. Все, что было не очень успешное, удачное или хорошее, как бы затушуется и как-то забудется. Вот. А теперь несколько слов на 2018 год. Год собаки. Собака – друг человека. Год должен быть хороший. Я желаю в новом году вам всем прежде всего здоровья. Как бы, что бы там ни говорили. Здоровье – это наше все. Есть здоровье, есть счастье в душе, приятно утром просыпаться, знать, что ты можешь открыть глаза, шевелить руками, ногами, встать, подняться с постели. Это уже есть чудо. Это есть чудо. Мы это не ценим, когда мы это можем делать, только в тот момент, когда мы не можем встать с кровати или у нас что-то болит, мы начинаем думать, все-таки здоровье, наверное, оно важнее всего. Поэтому желаю всем абсолютно, моим подписчикам, вашим просто зрителям на моем канале, вашим родственникам, родным, друзьям, всем здоровья. Хочу пожелать всем счастья, чтобы вы были удовлетворены всем проходящим и происходящим в вашей жизни, чтобы ваша жизнь была как-то распланирована. Ой, моя зайчка приболела, здесь моя девочка, но до Нового года, я надеюсь, мы вылечимся, чтобы у вас все-таки, ну не то чтобы был план в голове, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает, да, но чтобы все равно какой-то был план, да, чтобы мы двигались по какой-то траектории определенной, потому что очень тяжело жить без видения, что, куда мы идем. Хочется пожелать, чтобы каждый из вас знал, куда он идет, самое главное, зачем он идет, потому что часто мы идем куда-то, но мы не совсем отдаем себе отчет, а зачем мы это делаем, только придя до какой-то точки, думаю, зачем оно мне надо было. То есть, как бы, да, сразу задать себе эти важные вопросы в начале нашего пути, куда мы идем, а главное, зачем. И тогда будет более ясно наше движение, оно будет проходить более эффективно, более положительно. Когда мы знаем, что мы что-то делаем, мы знаем, для чего мы это делаем, нам всегда легче это делать, то или иное действие. Неважно, какое оно будет. Моя зайка заболела. Так грустно, когда детки болеют. Пусть детки не болеют, пусть не болеют, пусть нам будут здоровыми. Наслаждаются жизнью, познают ее со всех сторон, хоть может не всегда через положительный опыт, но что делать? Такие мы люди, в основном все учимся только через негативный опыт, у нас все хорошо закладывается. Пусть таких опытов в нашей жизни будет поменьше. На 2018 год моему каналу, у меня сейчас есть очень много мыслей по поводу канала, потому что следующий год для меня тоже будет очень трудоемким, потому что я иду к своей цели и мечте. Путь этот не такой легкий, как можно было себе предположить.
Но я надеюсь и желаю себе пройти этот путь с поднятой гордо головой, несмотря ни на какие трудности, которые обязательно есть всегда. И параллельно с этим я не хочу ни в коем случае забрасывать свой канал. Я хочу, чтобы он продолжал жить, продолжал развиваться. Потому что развитие на канале – это творческое развитие. Я считаю, для каждой женщины очень важно развиваться творчески, точно так же, как и в любых других отраслях. Вот. И когда женщина, да, развивается творчески, она может намного больше отдать окружающему миру, потому что будет внутреннее счастье присутствовать. Да? Поэтому это все очень важно. Поэтому я же хочу продолжать свой канал, развиваться творчески. Единственное, что контент, я все время думаю о контенте этого канала. Конечно же, он тоже будет как-то меняться, варьироваться. Смысл все равно у меня всегда остается тот же. Все равно я здесь дома. И неважно, буду я о чем-то говорить, или буду я что-то готовить, или я буду делать что-то другое. Я все равно буду здесь, и я буду, как говорится, контент не меняется. То есть контент меняется, я не поменяюсь. Я буду все та же, такая же Инна. Конечно же, наверняка времени у меня будет намного меньше, чем было до этого на съемку. Но я думаю, что будет не менее интересно на канале. Так что, друзья мои, пожелания я вам сказала. Счастье, здоровье, счастье, саморазвитие и утверждение себя в своей жизни. Пусть каждый найдет свой путь, свою дорогу, не в зависимости от вашего возраста. Это важно. И, конечно же, приглашаю вас всех продолжать путешествовать со мной по моей жизни в 2018 году. С Новым годом, с новым счастьем! Cheers!